И последний тогда вопрос. Зона благоустройства возле Колоска. Вся тротуарная плитка пошла и утапливается уже в землю. Тоже. Кто будет восстанавливать, за чей счет? Я так понимаю, это по поводу той территории, которая вскрывалась в прошлом году после ремонтных работ по УТ+. Да, все верно. Вот. Сейчас фактически произошел естественный пролив и усадка грунта. Мы с ПАУТ+ этот вопрос уже обсудили. Они обязательно поставят бригаду и сделают перекладку.